Друзья, всем привет! Сегодня 27 июля, качаем второй раз на разнотравье. И вот сейчас откачанные рамки. Я одновременно после каждой откачки, чтобы не применять химию, я применяю народные средства от клеща, чтобы не палить там или полоски, или ставить полоски, или таблетки поджигать, базальт. Много разновидностей всяких. Я простое средство народное применяю, это перец, настойка перца. Делается настойка перца и опрыскиваются рамки, ставятся в улей. Пчела перец любит, а клещ ну просто не выносит перца, и он отпадает с тела, если есть. С тела пчелки отпадает, и пчела себя чувствует намного лучше. Вот сейчас посмотрим, как это делается. Сегодня вообще откачка идеальная, пчела не мешает, нападения нет. Вот так откачанная рамочка. Берем росинку, сюда наливаем и опрыскиваем рамочку слегка. И все. И этого достаточно. И ставим сюда. И так каждую рамочку. Обработали росиночкой немножечко. И ставим. Народные средства, я считаю, это самые простое, безвредное, без химии. Вот так обработали. Ставим аккуратно. Пчелка не мешает. Июль на дворе еще, так что. Вот так. Все легко и просто. Результат капитально проверено все. Ну а как настоечка это делается, это просто тоже. Вот так на ночь в термос. Вот видно, да? На 3 литра получается 3-4 перчины горькие. Красный горький перец, только не болгарский сладкий. Горький перец, он порезанный. И заварить сюда его. Все, настоялся. Все, набрали, он такого желтоватого цвета стоит. И горький можно на вкус попробовать. Горчит, конечно. Ну, а пчелам нравится. Так что, а клещ не выносит. Так что делайте выводы и применяйте почаще народные средства. Вот такое коротенькое видео. Кому полезно, ставьте лайки. Кому не полезно, ставьте антилайки. Кому понравилось, подписываемся на канал. Всего доброго, до скорой встречи, ребята.